Лалилу пригласили на праздник. Доставка шариков. Это вам. О нет, радость улетает. Мамочка! Держу! Нет! Мама! Привет! Какая красавица! У нас будет малыш. Что? А вот и она. Поприветствуем малышку отвращения. Как быстро летит время. Затонируем волосы. Теперь глазки. Эй, постой. Разрежем ленту. Напиши в комментариях, сколько тут шариков. Наденем ботиночки. Ах, моя маленькая. Пойдем к папочке. Вот мы и дома. Я скучаю по маме. Зато теперь у тебя есть сестренка. Будете жить в одной комнате. А где вторая кроватка? Я схожу за ней. Что это за мусор? Нет, это сапог мамочки. Я выкину его. О, интересно. Это же книжка счастья. А это что? Как весело. Отдай. Нет. Это все из-за тебя. Посмотри, что натворила. Его место в мусорке. А вот и кроватка для малышки. Можно попрыгать. Я никому не нужна. О нет, мои деревья. Ты все сломала. Сапожек я нашла. Мама! Моя маленькая. Ты наказана. Только любимая игрушка утешит. Мягкий помпончик. Сверху ткань. Прикрепим носик. Ушки. Пришьем лапки. Напиши в комментарии, какой цвет выбрать. Идеально. Румянец на щечке. Какой милый зайка. Где мой попрыгунчик? Держи, милая. Будем играть. Подожди меня здесь. Что она там делает? Садись в коляску, укроем пледиком. Баю, баюшки, баю. Тоже хочу играть. Это мой зайка, не трогай. Твой попрыгунчик у меня. Стой, а ну отдай. Я буду с ним играть. Остановись. Отвращение, отдай. Мой попрыгунчик, это все ты. Не достанешь, не достанешь. Получай. Что? Сиди тут. Не буду. Иди-ка сюда. Точно. Тебе самое место в шкафу. Зайка, я тебя зашью. Бедняга. Что тут происходит? Где отвращение? О нет, доченька. Ты наказана. Начинай убираться. Это несправедливо. Соберем башенку. Покроем акрилом. Придадим текстуру. Пройдемся зеленым. Теперь голубой ярус. Украсим мхом. Веточки. Белый фетр превратился в облачка. Лучики на вершину. У кого-то скоро день рождения. Наконец-то этот день настал. Заправим постель. Сегодня мой день рождения. Торт просто отличный. Крошке понравится. Ух ты, что там? Отвращение? Почему на моем тортике ее фото? Потому что он для малышки. А вы помните, какое сегодня число? Меня никто не поздравил. Это все мне? А кому же еще, милая? Я никому не нужна. Ой, а это что? Возьмем шерсть. Сваляем тельце. Выберем булавки. Сделаем из них глазки. Милые ушки. Маленький носик. Подкрасим щечки. Лаликадабра. Чудесный малыш. Приветик. Счастье точно понравится. Солнышко, с днем рождения.
Мамочка, ты помнишь? Твои сапожки. Вот, держи второй. А это твой подарок. Какой милый. Назову тебя Пушистик. Заботься о нем. Что за шум? Надо проверить. Хомяк, он наверняка заразный. Алло, служба контроля грызунов? Не бойся, мы защитим Пушистика. Ему тут не место. Снимите его, снимите. Иди ко мне, малыш. Мой нос. Где грызун? Вот он. Пушистик, беги. Ловлю, ловлю. Попался. Нет, отдайте его, он добрый. Не плачь, милая, все будет хорошо. Мне нужен доктор. Ой, что это там? Пойдем, милая. Скорая прибыла вовремя. Кому нужен врач? О, ваш нос. Ничего, сейчас поправим. Так-то лучше. Пока-пока. Что тут произошло? Милый, ты как? Мой носик. Дорогая, пойдем в дом. Захватим с собой крышечку. Покроем ее акрилом. Нужна тонкая проволока. Скрутим деревце. Обмотаем липкой лентой. Отлично. Шарики. Найдем мох. Подровняем его. Пышные кроны. Затонируем зеленым. Мое любимое деревце. Отнесу домой. Вот сюда. Достаточно света. Полью еще немного. Пусто, нужно набрать. Есть идейка. Организуй счастье проблемы. Ну вот, мамочка здесь. Кто это сделал? Признавайся, это ты? Я ничего не делала. Я тебе не верю. Вот следы. Меня подставили. Сработало. Я попробую все исправить. Давай же. Не получается. Бедное деревце, я вылечу тебя. Так дальше не пойдет. Возьмем мыльницу. Голубая лучше. Наметим заготовку. Отлично. Вставим спонж. Обернем кусочек тканью. Затонируем пастелью. Прорисуем детали. Глазки. Ушки. Колесики для чемодана. Вставим ручку. Можно отправляться в путь. Я так больше не могу. Хочу уйти. Нужно собрать вещи. Без подушечки никак. Вот сюда, мой любимый кактус. Давай, влезай. И игрушка. Вот только достать бы. Ой, держу. Мама бы мне помогла. Пора идти. Прощай, милый дом. Малышка, осторожнее. Они даже не заметили. Ну тогда держитесь. Это точно привлечет внимание. Что за поведение, юная леди? Мое деревце! Счастье ушла из дома. Пойду искать маму, она меня понимает. Фу, устала, присяду отдохнуть. А, доченька, почему ты одна? Мамочка, ура! Я ушла из дома. Ох, милая, теперь все будет хорошо. Пойдем. Ничего себе, это же брезгливость и страх. Это тебе, любимая. Спасибо, милый. Вот это да, нужно рассказать папе. Возьмем фотоаппарат. В голубом будет лучше. Прорисуем детали. Зафиксируем линзу. Камера готова снимать. Радость, поспеши. Ну же, мама, давай. Злость, должен это увидеть. Моя дорогая брезгливость. Мне так хорошо с тобой, страх. Быстрее к папе. Счастье и радость принесли доказательства. Злость. Радость, зачем ты пришла? А это что? Брезгливость тебя не любит. Они сейчас в парке. Я должен сам увидеть. Дорогая, как ты могла? Ох, милый, прости.
Что это значит? У нас есть фото. Вылезай. Окей. Кого же выбрать? Страх подходит мне больше. Мамочка, я хочу с тобой. Останешься с папой. О нет, мама меня бросила. Не плачь, останешься с нами. Счастливая семья снова в сборе. Давайте сделаем общее фото. Лалилу, можешь нас сфотографировать? Конечно. Возьмем фотографию. Понадобится воздушный пластилин. Напиши в комментариях, а какой цвет твой любимый. Подготовим рамку. Прикрепим заготовки. Вуаля! Сформируем сердечко. Нанесем надпись. Проставим точечки. Вставим снимок. Держите. Спасибо! Красота! Повесим фото на стену. Какая яркая рамочка! Чем теперь займемся? Может, поиграем? Стоп-стоп! А к школе все готовы? Уроки! Я буду скучать по тебе. Вот тебе мой бантик. Скоро вернусь. Вот твои вещи. Спасибо, я побежала. Нужно найти злость. Хочу порадовать тревожность. Уже не терпится ей показать. Устрою ей сюрприз. Ну уж нет, у меня есть план. Так-то лучше. Милая, готова? Фу, что же там? Посмотри. И это твой сюрприз? Радость! Меня подставили! Злость, но ведь я люблю тебя! Уходи, он любит меня! Но... Пока-пока! Как же так? Почему? Прости, любимая! Не хочу тебя видеть! Она должна простить меня! Лалилу, помоги с подарком! Возьмем Фоамирана, соберем складки... Выберем трубочку, отрежем кусочек, вставим заготовку. Открывается. Зальем термоклеем. Выберем бусину, то, что нужно. Веер поможет охладиться. Спасибо. Эх, я тоже хочу, чтобы ко мне относились как к принцессе. Милая, смотри. Это опахало. Мне не нравится. Хочу другие подарки. Всего и побольше. Что-то точно подойдет. Все для тебя одной. Чтобы не было жарко. Хочется кушать. Но не это. Злость. И что будешь делать? Поехали в Макдональдс? Давай, мне гораздо лучше. Готово? Да. Мы на месте. Домчались с ветерком. Они все еще вместе? Животик урчит. Официантка! Это мой шанс. Привет, я новая официантка. А где твоя форма? Лалилу? Конечно, все ради любви. Наметим контуры. Вырежем по линиям. Сделаем сборку. Добавим ленточку. Фирменный значок. Теперь красный Фоамиран. Кепочка готова. Радость, примерь. За работу. Заберу заказ. Сюрстрёминг. Одной рыбки хватит. Прошу. Ням-ням, как вкусно. Ой-ой-ой, мой живот. Что с тобой, Фи? Прости, я сейчас. О нет, закрыто. Ура, план сработал. Злость, сделай что-нибудь. Радость, иди сюда. Я знаю, что делать. Порадуйте мою любимую. Я нарисую лучший портрет. Готово? Так это ты испортила воздух. Нет, это не я. Отдай. Отпусти. Нет. Ох, милый, что с тобой? Срочно на помощь. Подготовим материалы. Добавим детали. Прикрепим кнопку. Теперь кармашек и лямки. Сколько тут всего?
Измерительная шкала. Отпилим часть. Ставим внутрь. Еще баночки. Нужно больше полезных вещей. Да тут целая аптечка. Быстрее беги к любимому. Милый, я принесла лекарство. Нужен бинт. Замотаем руку. Но у меня просто царапина. Нет-нет, я лучше знаю. Вот так. Это еще не все. Нужно померить температуру. Вот тебе кресло. Нет. Сначала рентген. Теперь укольчик. Это уже слишком. Тревожность немного увлеклась. Мне не нужны повязки. О нет, сделаю новые. Нет. Стой, тебе нельзя бегать. А, скорая. Срочно заберите его. Вам нужно в больницу. Спасите моего любимого. Нужно выпустить пар. Найдем подходящий эскиз. Вырежем по контуру. Фото радости. Сделаем дротики. Посеребрим их. Доска для дартс готова. Скорее, мне нужно в больницу. Спасибо. Вы скоро поправитесь. Не хочу тут лежать. Капельница поможет. Милый, тебе лучше. Я принесла комиксы. Не хочу читать. Может, поешь? Нет, убери. Что же тебе поднимет настроение? Придумала. Давай играть в дартс. А это идея. Повесим сюда. Раз, два, три. Оп! В яблочко. Ты такой меткий. Спасибо, любимая. Что же это такое? Поможем злости сделать предложение. Нужно только донышко. Выберем глиттер. Покроем поверхность. Стряхнем лишнее. Стержень для пистолета. Отрежем кончик. Пройдемся лаком. Бутылочки для челленджа готовы. Если она угадает порядок, я сделаю предложение. Пока спрячу кольцо. Любимая! Так, что тут у нас? Ого, кольцо. Тревожность, сегодня не твой день. У меня для тебя сюрприз. Помоги тревожности угадать правильный порядок. Пиши ответ в комментариях. Синий. Куда же его? Давай, любимая, у тебя получится. Готово. Ура, у меня получилось. Тебя ждет приз. Смотри. Что? Это же камень. Где кольцо? Его украли. Может, он меня не любит? Да, он любит меня. Где же оно? Может, тут? Стоп. Это ты украла кольцо. А ну отдай. Нет. Это не тебе. Милая, ты выйдешь за меня. Что? Да, я согласна. Идем готовиться к свадьбе. Приготовим свадебный торт. Лаликадабра. Добавим цвета. Украсим глазурью. Вот это красота. Используем Элмерс. Глиттер. Фигурки жениха и невесты. Роскошный торт. К свадьбе все готово. Жених опять злится. Невеста опаздывает. Ну где же она? Успокойся, приятель. Все будет хорошо. А вот и невеста. О, моя любимая, я так счастлив. А если кто-то против этого брака, пускай говорит сейчас или молчит вечно. Ах, нужно успеть. Я согласен. И я согласна. Нет, я против. Он любит меня. Радость, уходи. Любимая, не слушай ее. Ох, разбирайтесь без меня. Посмотри, как мы были счастливы. Она всему помешала. Что это? Я ухожу. Прости меня, радость. Я понял, что люблю тебя.
кажется, фигурки нужно заменить. Любовь победила. Эй, Аист, кого ты принес? Пополнение в семействе. Спасибо. Привет, малютки. Сделаем их похожими на родителей. Сначала малыш Злюка. Раскрасим глазки. Ух, какой! Обработаем пилочкой. Посыпаем каниколоном. Возьмем войлок. Вырежем его. Вуаля, вылитая мама с папой. Идите на ручки. Ангелочки. Моя маленькая радость. Мой любимый Злюка. Как похоже на нас. Семейная идиллия. Какие милые. Смотри, кто это там? Любимый, глянь. Радость, привет. Как ваши дела? Похоже, любовного треугольника больше нет. Вас ждут новые семьи. Кто там? Ой, малышка. Что, ребенок? Откуда ты тут? Мы стали родителями. Деткам нужно место для игр. Выберем фетр. Вырежем фигурку. Возьмем Элмерс. Подберем маркер. Посадим елочку. А вот и солнышко. Установим скамейку. Отличный игровой центр. Какую же площадку выбрать? Поиграйте вместе. Как здесь красиво. Лавочка. Солнышко. Мне не нравится, и куст мешает. Лучики колючие. Прыг-скок. Весело тебе. А тучки любишь? Гром и молнии. Не боишься? Цветочки. Такие красивые. Какой аромат. Это тебе. Зачем он мне? Еще увидимся. Лалилу, мне пора стать старше. Сменим прическу. Умоем личико. Изменим цвет глаз. Прикрепим прядку. Наденем платьице. Радость готова идти в детский сад. Вау, велосипед! Доченька, ты куда? Иди ко мне, малышка. Окей. Это твоя воспитательница. Hi. Поиграешь с детишками? Yes. Тогда я пойду. Okay. Давай дружить. Будем играть в догонялки. Смотри, а здесь весело. Не хочу в садик. Тебе здесь понравится. Не хочу. No. Вечером тебя заберем. Хочешь поиграть? А? Давай прокатимся. Кто быстрее? Хочу быть первым. Stop. Ouch. Wait, ты как? Я в порядке. Остановись. Hey. Поймала? Yes. Алло, срочно заберите сына. Что случилось? Держите. Он разгромил весь детский сад. Пойдем домой. Поиграйте пока здесь. Ура, мячик! Лови! Нарисуем разметку. Спилим неровности. Овечка! Пока-пока! Вот и четыре ножки. Милый пятачок. Зафиксируем ушко. Нарисуем денежные знаки. Свинка-копилка поможет накопить денежки. Спрячем ее на площадке. Малыш, хочешь поиграть? А? Молоточек. Получай. Максимальный балл. Вот это да. Злость, приветик. Поиграем в песочнице. Let's go. Запрыгивай. Поиграем в пиратов. Отыщем сокровище. За дело. Злость, аккуратнее. Я помогу тебе.
Ага, я нашел. Вау, копилка. Она моя. А что внутри? Сейчас узнаем. Нужно разбить ее. Лоли-доллары. На всех хватит. Покупайте мороженое. Можно на все. Конечно. Ребята, угощайтесь. Great. Я и тебе взяла черничное. Пора домой. Ну, папа! Захватим с собой палочку. Отрежем наискосок. Пройдемся кистью. Нанесем надпись. Открутим колесики. Теперь это шайба. Набор для игры готов. Привет, я на тренировку. Ты опоздала. Скорее собирайся. А какие коньки выбрать? Бери эти. Точно? Да, конечно. Ой-ой-ой! Это был пранк. Что происходит? Скорее ставь лайк, только тогда у меня точно все получится. Держи коньки. Ну что, сыграем? Клюшка, не подведи. Отбила. Это кто сделал? Надоел со своим хоккеем. А Радость, молодец. Лалилу, мне нужно угощение для пикника. Добавим цвета. Палочки из пенопласта. Спрессуем в ладошки. Склеим упаковку. Надеюсь, Радости понравится. В шкафчике никто не заметит. Теперь букет для Радости. Цветы! Ты влюбился? Мальчик пылает от гнева. Ты чего такой красный? Не мешай мне! Уходи! Моя Валентинка! Хорошо, что не сгорела. А когда свидание? Это не твое дело. А ну, слезай оттуда. Пожар, пожар. Потушил. Я весь в пене. Уроки закончились. Можно и домой. Ой, букет. Это от злости. Он ждет меня. Она уже здесь. Привет, я рад, что ты пришла. Присаживайся. Хочешь читос? Я хочу. Можно мне? Тебе пора. О, читос. Меня никогда ими не угощали. Что вы все здесь делаете? Что тут у вас? Попробуем. Острые. Воды. Давай погуляем. Между нами все кончено. Хочу сменить образ. Что скажешь? Умоем личико. Нарисуем глазки. Подрумяним щечки. Ой, мой парик. Не переживай. Изящная стрижка. Выберем одежку. Хочу шортики и жилетку. Не хватает обуви. Примерь сережки. Спасибо, Лалилу. Всем привет! Обнимашки! Дай пять! Рад, что ты пришла. А как иначе? Ваш заказ. А я буду суши. Секундочку. Ой, простите. Я весь грязный. Ужин испорчен. Пустяки. Отличная маска для лица. Уберите это с меня. Сейчас. Мне так неловко. С кем не бывает. Я опять опоздала. Я уберу со стола. Да ладно, не расстраивайтесь. У вас есть пончики? Угощайтесь. Напиши в комментариях, сколько пончиков принесла Радость. Раз, два, три, четыре. Ура, успел!
Это тебе. Так мило. Простите, что вспылил. Еще увидимся. Ой, записка. Приглашение на свидание. Девочки, смотрите. Нужно подготовиться. С чего же начать? Понадобится бигуди. А вот и они. Проведем ножиком. Отрежем кусочек. Захватим соломинку. Возьмем отрезок. Намотаем на трубочку. Для романтического образа радости. Нашла! Начнем! Одна здесь, другую вот сюда. Что дальше? Хорошенько увлажним лицо. Ой, телефон! Да, злость! Уже здесь? Я почти готова. Хорошо, жду. Ягодка. Перекусим. Эй, ты что творишь? Прости, не заметил. Вы не видели радость? Это же я. Поможешь собраться? Раскрутим бигуди. Ой, один застрял. Ну же, давай. Пойду так. Спасибо за помощь. Goodbye. Нужно расчесаться. Все готово. А вот и я. Та-дам. Что это у тебя? Давай помогу. Ну-ка. Зато вытащили. Пошли. Let's go. Хочешь перекусить? Yes. Угощайся. Thanks. А ты выйдешь за меня? Я согласна. Пора готовиться к свадьбе. Захватим с собой контейнер. Перекрасим в голубой. Нарисуем узор. Зафиксируем в уголках. Укрепим лентой. Возьмем фломастеры. Обклеим блестящим скотчем. Запустим яркий фейерверк. Вот это мне нравится! Где же невеста? Не сбежала! Я так рад тебя видеть! И я тебя! Простите! Какие вы милые! Дорогой, мы станем родителями! Мы так рады за тебя! Пора, запускаем! Спасайся, кто может! Что с тобой? Ты как? Ой, мой животик! Алло, скорая? Мы уже здесь. Кому плохо? Не бойся, я буду рядом. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Поехали. Какой же будет их малышка? Выберем куколку. Нарисуем злобный взгляд. Злюка так похожа на папу. У пары двойня. Сыночек, твоя копия. А доченька, как ты? Чудные малыши. Крошке пора сменить подгузник. Их первые шаги. Не бойтесь, они в порядке. За малютками теперь не угнаться. А вот и мамочки стихий. Приветик, девочки. Уайт поиграет с детками. Опустим в ванночку. А мы поплывем на твоей ванной, как на корабле. А где мой сын? Ребята продолжают путь. Упс, остановка. Ой, папа Эмбер. О, а вот и вы. Я так испугался. Эмбер, сыночек. Вдруг вы бы потерялись, милый. Пластиковая бутылочка. Переворачиваем. Оформляем арку. Вставляем внутрь горку. Распыляем краску. Собираем конструкцию. Логотип. Крутой спуск. Разрезаем трубку. Крепим. Мисочка для животных. Корм исчез. Получился бассейн, бортик. На водной горке весело кататься.
парке аттракционов найдется развлечение для каждой стихии. Поиграй в песочнице. Зеленый сад для земли. Как тут здорово! Куда хочешь пойти, милая? Водные горки нет, сад тоже не то. Лава – вот развлечение для огненных. Эмбер в восторге. Ух ты, здорово! Порезвись, Уэйд. Куда бы пойти? Привет, Клод! Малыши играют в саду. За Уэйдом выросли цветы. Понравилось? Ага, бегу дальше! Уэйд пошел к Эмбер, играющей в вулкане. Милый, стой! Мама еле успела забрать сына. Сыночек, огонь и вода несовместимы. Поиграй на горке. Малыш забрался на самый верх. Как здорово! Водная горка – прекрасное развлечение для водички. Да, хочу еще, еще! Отличное место для отдыха с детьми. Снеки по моему новому рецепту. Поможем Берни. Разбиваем тесто. Нарежете, пожалуйста. Конечно. Принимай, Берни. Смажем шарики. Терка. Натру уголек. Последний пункт – запечь. Выглядит аппетитно. Давайте пробовать. Держи, Берни. Вкусные огненные снеки. Эмбер и Уэйд отдыхают в магазинчике. Эмбер, ты бы сходила со мной на карнавал? Посмотрим. Ой-ой! Какой грохот! Это идет папа Эмбер. О нет, прячься, Уэйд! Эмбер паникует. Не годится, заметит. Может, лучше спрятаться за печкой? Чем занята дочка? Да так, то тут, то там. Вроде не заметил. Берни решил разогреть еду. Это еще кто? Выходи! Эмма, приветик. Ты что, вода? Еще и инспектор. Так не годится. Папа, он хороший. Хороший? Так, за мной, мальчишка. Что же задумал Берни? Уэйд от волнения весь водой обливается. На, попробуй. По новому рецепту сделал. Уэйд съел кулинарный шедевр Берни. С него даже пар пошел. Очень вкусно. Никогда такого не пробовал. Уэйд забрал с собой всю тарелку снеков. Ку-ку, Эмбер, отдыхаешь? Держи камушек. О, сейчас покажу вам свое мастерство. У девушки талант к стекловарению. Цветной термоклей. Начнем с розового. Формируем ободок. Следом оранжевый верх. Оформляем горлышко. Удобная ручка. Покрываем лаком. Огненная ваза готова. Дом Рипл. Ой, волнуюсь перед приходом Эмбер. Вот и она. А, у тебя весь пол залит водой. Конечно, ведь моя семья вода. Хочешь поплавать с кругом? Эмбер понравилось развлечение. Показать тебе дом? Мамина любимая ваза. А вот наш фонтан. Родители Уэйда вернулись домой. К нам наведалась стихия огня. Мама Уэйда не прочь повеселиться. Сынок, познакомишь нас? Моя девушка Эмбер. У вас так удивительно. Особенно понравилась эта ваза. Упс, разбилась. О, простите, пожалуйста. Я все исправлю. О, кусочек стекла, а теперь немного огня. Готово. Дорогая, ты стеклодув? Что вы, я просто в кафе работаю. Ты настоящий талант и такая милая. Фу, я так переживал. Знакомство с родителями прошло прекрасно. Я принес материал. Белый фоамиран. Вылетают цвета. Бирюзовый пригодится. Номер один.
Добавим объем. Желтой краской наводим контур. Пара перчаток болельщика. Пластиковая крышечка. Тесьма. Обклеиваем крышку. Ленточка. Очки необычной формы. Получилась шапочка. Игра скоро начнется. Примерим головной убор. Здорово! Наденем перчатки. Парень готов болеть за любимую команду. Уэйд пригласил Эмбер на воздушный бейсбол. У нас есть все для болельщиков. Ого, поищу! Уэйд нашел очки. Шикарная шапочка! И это отличный выбор! Пойду оденусь. Эмбер зашла в магазинчик. Уэйд, ты где? Парня нигде нет. Я тут, минутку! Эмбер ждет возле примерочной. А вот и он. Та-дам! Я немного приоделся к игре. На тебе весь магазин. Так любимая команда играет. Хочешь перчатку? Почему бы и нет? Мы полностью готовы. Поддержим команду.